красный на люстре. Потому что не работает он от сети. Не щелкает, не включает, не включает. Сейчас мы его будем менять. Это происходит так. Каждый человек это может сделать. Берем не идентичный пульт, а такой же двухфазный. И будем его менять. Смотрите. Это делается так. Так. Черный, он основной, он идет на всю разводку. Снимаем, отсоединяем его и берем новый пульт. Здесь такой же черный провод присутствует, также он находится с краю, как и здесь. Подсоединяем. И изолируем. Таким специальным изолятором можно сделать это и изолентой. Так, все, откидываем в сторону. Делаем следующую операцию. Соединяем желтый провод. Здесь берем тоже желтый провод, вот этот новый. Также его скручиваем. Опять изолятор. Ну все, осталось нам подсоединить только белый провод. Вот он также идет в общую развязочку. Вот у нас получилось вот так. Вот эти вот 220, ага, потолок. Сейчас проверяем люстру. Отсоединяем 220. Включаем. Угу. Это у нас люстра. Все. Все.